Всем юхой, дорогие друзья, с вами Витай Кротгар, вы на канале Алексон. И чё, лорды Карбонита подъехали. Первый раунд прошел, нас повысили в первую лигу. Вот так-то. А я напоминаю, это второй брекет 5 на 5. И сегодня второй раунд. Давайте смотреть, что там. Играем мы против вас. Не тот вас, о котором мы подумали. Охотник на джедаев. Ну и Витай Кротгар, это я. Поехали, смотрим, что у него есть. Сразу. Так, а у него есть... О, Чего? Девятого уровня реликтовый вейдер. Девятого уровня пит. Все девятого, охренеть. Йода девятого уровня реликта. Этот. Боба Фетт. Где ты столько ресурсов взял? Сколько? Так, ну 5200 гм, все. Про баланс можно забыть. И ни одной леги. Для такого уровня мощи, конечно, это плохо, что ни одной легенды нет. Но у него, мать твою, 9 уровня Вейдер, легенда. Это максимальный, по-моему, 9, да? Максимальный. Еще и модули все золотые на максимум. Так, начнем с того, что у него 40 тысяч галактической мощи. 40, охренеть. Так, что, 13 скорость. Давайте по скорости вообще посмотрим, сколько у него. Скорость 180? А что-то мало. А, ну он же на урон в основном заделан. Но все равно даже в допах же должна быть скорость. Хотя бы по 213 скорости. Что-то стрелка на оборону почему-то. Шанс на критический удар. Треугольник на критический урон, мать вашу. Оборона 16 скорости. Защита. Тоже защита. Ну модули, конечно, говно. Но есть некоторые такие под критический урон очень жесткие. Ну, мать вашу, 9 уровня, это что-то у меня впервые такое ни разу не было. Тоже модули все на атаку, на крит. 37. 9 уровень реликта, охренеть. 17. А у тебя сколько скоростей, интересно? 269. Ну, это побыстрее будет. Ребятенок. Так, ну, пит есть. Что у него, значит, палач есть, если у него 9 уровня уже пит. Так, что по скорости? 201, ну, маленькая. Не знаю, почему он стрелки ставит не на скорость. Я практически всем персонажам стрелку на скорость пихаю. За исключением танков некоторых. Ну, а так больше по складу, что у него. Золото, мишки с омикроном есть. По-любому буду в защите стоять. Уголь с омикроном. Ну, много золотых персонажей. Ну, такой какой-то нестандартный типчик. Давайте посмотрим, как он отыграл. Ну, Вейдер 40к, это жесть. Походу, одним Вейдером буду забирать. Так, ну, стол он мне весь забрал. На 834, кстати, забрал. Это где-то у него были ошибочки. Давайте смотреть. Здесь одно сражение нормально зашло. Скорее всего, Вейдер зашел. Здесь у нас... Два сражения было. Здесь он, короче, обосрался. Что-то у него не так пошло. Так. Что у нас здесь? Здесь тоже одно сражение было. Нормально закрыл. С флотом, что ли, облажался? 834-то это вроде мало. Тоже вроде одно сражение. Странно. Почему так мало стягивает? 834. Наверное, полными пачками закрывал. Так, ну давайте смотреть. Так, снизу у нас инквизиторы. Инквизиторы в золоте, Z-ка. Я не знаю, против них сильно не играл. Жесткие они, не жесткие. Ну, на арене что-то они мне попадались пешей. Как-то легко отлетали. Так, а здесь уже посерьезнее. Здесь у нас 8 уровня релика Боск. Это что такое? Уф! Кефтеме! Это же 8 релика Боск. Че у него по модулям? Модули на стойкость 4.2 на хп. Ну, походу, все, приплыли. Скорость 187. Так, ну, древаном я его точно не заберу и даже не буду пытаться забирать. Ну его нахер, он его не убьет. Буду отхиливаться постоянно. Так что логично, конечно, было бы древана спустить сюда.
сильно низ. Но они, в принципе, не такие уж и сильные, наверное, да? Шпиона можно на второй план оставить. Может, здесь тогда отыграть имперцами? Так, так. 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 Еще какой-нибудь имперцев, чтобы ведро разогнать. Так, этот же у меня еще не одет. Но сейчас у меня в золоте уже, по-моему. Танка бы какого-нибудь. Четвером же его не справить сильно. Ну давайте попробуем четвером. Они так-то в золоте, в принципе. В принципе, если сейчас по скоростям мы обгоним, там, я думаю, Палыч должен всех законтролить. Но вот вверх как мы проносить будем, я не знаю. Боска, походу, никто не убьет. О, кстати, с нее сняли маску. Со второй сестры. Так, ну, можно рискнуть. Дать, короче, удушение. Но есть варик, что они... Он не сходит еще один раз. Нет, сходил. Все нормально. И резню не получится дать. Так. Делаем так. Делаем так. Так, даем еще раз. Ну и в тебя можно... кинуть меч. Так, что она отхил даст? Нет. Так, давай, наверное, мы сделаем вот так вот. Застанем. Так, не получится кинуть. Ну ладно. Будем сюда кидать. Так, ребята, дайте мне Палпатину сходить, а. Мне нужен контроль. АВЕ. Блин, с нее провокация не спадает. Тупая жирная сестра. Сейчас пока она... Так, у нас четверо было. Все, я уже переживаю, что сейчас что-то может произойти. Так, так. Так, ну блин. Давай тогда вот так вот пока будем. Так, отлично. Все, делаем так вот. И делаем резню. Так. Давай вот так вот. Затем так. И еще раз. Уешим. Так, у тебя есть сало? Давай на тебя еще повешим. Ты у нас не вешаешься. Ладно. Так. Так. И будем бить тебя. А в контроле. Вот у тебя банка со спрайтом. Ну и можно добивать. О, наконец-то, пожалуйста. Моя любимая способность. Ну, здесь, в принципе... Проблем не создалось, 73 стяга. Никто и Мара, спасибо, что живая. Спасибо, что не умерла. Так, и смотрим, что у нас внизу. А внизу у нас джедая. Я думал, мишки будут стоять. И здесь же опять Йода древаном. Так, ну чё, надо подумать. Так, ну... Есть варик попробовать ППшниками забрать. Аск, короче, сделать, чтобы они не контратаковали. Два танка. Либо можно, конечно, попробовать с этими бабкой изолировать, допустим, Йоду. Он бафы не выдавал. Так, а кого я мучаюсь? У меня же Древан есть. Древаном заберу их, наверное. А Боска, наверное, будем пробовать ППшниками. Потому что древу я не буду пускать на Боска. А это суицид. Так, ну и кого еще взять с ним? Девятый уровень. Меня вот это смущает. Все-таки, может, кого-нибудь взять еще. Давай тебя возьмем. На всякий пожарный. Конечно, умрешь с большой вероятностью. Но, может быть, возьмешь на себя основную какую-нибудь атаку. Которая, дабы сохранить жизнь важным персонажам. Так, делаем так. Делаем так. Убираем провокацию. Так, взрываем к херам. Он же стойкость, по-моему, дает.
Опять провокация ему. Так. Ауе. Так, ну ладно, давай вот так сделаем. Это что было? 5 стягов. Ну, как-то удачно зашло. Что-то я большего ожидал от 9 уровня реликвии Йодыча. 438. Ну и что, самое сложное начинается. Самое сложное — это вот этот вот этапчик. Здесь что нам надо сделать? Здесь нам нужен ты. И, скорее всего, ты. Ну, с Богом. Посмотрим. Может получиться. В принципе, там Боба Фетт 9 и Воск 8. Два самых опасных. Полмана сразу все, никто ничего не может использовать. Ладно, мы тогда будем тебя добивать. Ты же у нас самый противный. Блин, мне аж страшно. Все. Все, минус. Ай, блин, уже выполнили. Охренеть. Просто нереально. Ну давай вот так вот. А, у меня лечения нет. Только защита. Ну здесь, короче, вообще он стопабл, пацаны. Здесь, к сожалению, походу уже все не получится. Че, вот так еще можем попробовать. Так, так. Кто там еще из ситхующих? Ну, ситхующих никого больше. Ладно, здесь даже не стыдно. Как бы они слишком жесткие. Тамбара, может, к вам еще взять. И еще кого-нибудь. Ну, давай тебя. Ты у нас вроде более-менее союзный сепаратист, так сказать. Но если ППшники в релик не забрали, я на золотых ребят ставочку точно не делаю. Но, как говорится, попытка не пытка. Так. Сразу кто у меня там дамагерит? Ладно, давай вот так вот сделаем сразу. Так. Пока он может еще использовать способности. Все, сразу контракт, охренеть. Минус. Так, давай. Сделаем так. Сделаем так. Сделаем так. Так, начнем, короче, скорость урезать у него. Это, конечно, вряд ли, наверное, поможет. Можно и джи пока попробовать поубивать. Так, так, так. Все, минус. Минус. Ай, не помогает. Бесполезно. Так, с тебя надо баф убрать. 2х. Ты там ничего не сделал. Противоестественно. Не дожили чуть-чуть, конечно. Ну ладно, не обидно. Короче, тупо за счет вот этих двух типов затащил. Они неубиваемые. И поэтому, к сожалению, второй раунд просираем. Обидно, конечно, кому типу просирать. Для 5,5 ляма ни одной леги. Но эти 9 релики — это просто жесть. Ну ладно, вам спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Итак Радгар. Увидимся в третьем раунде. Пока.